Добрый вечер всем моим подписчикам. У меня такое экстренное видео сегодня произошло. Очень впечатлилась сообщением от своей знакомой из Австралии Юлечки. Мы дружим в группе в WhatsApp и каналами дружим. И ну, очень впечатлилась тем, что в Австралии пожары. Ну, россияне знают, что такое пожары. Это ужас. Много пострадавших, пострадавшие животные. И ну, все знают, что Австралия – это сумчатые животные. И там прозвучал призыв к людям шить мешочки для сумчатых животных. То есть там и коалы есть, и кенгуру, как мы привыкли да, знать, что разновидности кенгуру их несколько. Для детенышей, ну, видимо, погибали родители, и детеныши остались. А развиваться они и выжить могут только в сумочках. И их просят шить из натуральных тканей сумочки. Ну, я понимаю, что в Австралию отсылать Россия, Украина, там какие-то страны, это далеко, но я хотела бы сделать видео и поддержать на канале и в Инстаграме, чтобы, ну, возможно, каким-то образом лайки и информация дойдут именно ну, до австралийцев, которые имеют возможность заниматься рукоделием и делать эти сумочки. Поэтому вот я сейчас хочу сделать это видео и потом кину ссылку на Инстаграм именно австралийской страницы. Сейчас найдем. Сейчас, секунду. Прошу прощения, мой компьютер на голосовые сообщения уже ищет мне австралийские каналы. Ну, такая функция моего компьютера. У меня есть ссылка на Инстаграм именно австралийской зоозащитницы, которая призывает эти сумочки производить и отсылать в фонд этих пострадавших животных. Поэтому мне хотелось бы этим видео поддержать этот канал. Ну, пожалуйста, призываю, кому не сложно, пройти по ссылке в Инстаграм, нажать и сделать лайк, чтобы как можно больше австралийских жителей увидела и поддержала это движение. Я надеюсь, лампа не мешает, фонарик от телефона, но по-другому у меня очень плохое освещение, я постараюсь. Видите, какая катастрофа, сколько погибло уже животных. И сейчас я покажу ссылку на канал в Инстаграм. И очень прошу вас поддержать лайками это движение, чтобы те, кто находится поближе, смогли увидеть и помочь животным. Вот видите фотографии бедных животных, они прям идут за помощью к людям. И люди пострадавшие есть, ужасно, конечно. Я прошу прощения, меня это очень трогает. Страна предоставлена такому ужасу. Вот видите, спасают животных, коалы.